Маленькое видео о том, как 10 точности влияет на поведение прицела у штурмовика, ну и в принципе у других классов. Вот показываю, как у меня распределены очки. Все доступные очки я пустил в точность, 10 точности. То есть при этом прицел, по идее, должен как можно меньше плавать. Начнем просто с обычного стандартного прицела. Но тут разницы не увидите в поведении. Вот сейчас я ничего не делаю, не трогаю прицел. Вот так он себя ведет в простой при 10 точности. Теперь задерживаю дыхание. Сейчас не двигаю. То есть то, что он дрыгается, это... Ну вот, то есть он статичен абсолютно. Подрыгался и стал статичным. Но в принципе так и на 4, и на 5, и на 6 точности себя ведет прицел. Коршун 2. Кстати, он забаговался, интересно. Текстура. Текстура винтовки на нем. Вот сейчас не задерживаю дыхание, просто прицеливаюсь. Держу в одной точке. То есть вот это вот плавание прицела идет, оно уже от самой игры. Но при этом видно, что оно гораздо меньше, чем если бы у вас было 5-6 точности. Оно немножко ходит, останавливается. Ходит. Останавливается. Вот, остановился. Пошел дальше. Так, теперь в режиме задержки дыхания. Вот сейчас я абсолютно ничего не делаю. Видно, что абсолютно статичен прицел. То есть я могу навесить, допустим, на фонарь. Как-то так. На верхушку вышки. Сейчас вторая вышка есть. На голову человека, в принципе, можно навестись. И вот даже при половине выносливости, в принципе, довольно нормально. То есть корректировать я при этом легко могу, как я говорил. Когда 10 точности, очень легко корректировать. То есть все равно можно, в принципе, удержать на голове или на какой-то другой цели. Теперь ПО-1. Надеюсь, не забагается. Вроде не забагался. Ничего абсолютно не делаю. С прицелом. Держу его в одной точке. Прицел плавает, то что больше увеличивает, чем Коршун 2. Но все равно останавливается по мере этот хождения, не ходит туда-сюда бесконечно. Я ничего с ним не делаю, то есть я тоже могу наводиться. Вот я хочу, могу держать в принципе на фонаре, хочу, могу держать на верхушке и вышке. Захочу, буду в принципе голову его держать, мне этого хождения не сильно мешает. Теперь задерживаю дыхание опять же. Видно, прицел абсолютно статичен, ничего не происходит. То есть я могу корректировать легко, наводиться на что я хочу. Тут увеличение больше, гораздо легче наводиться еще к тому же. На что угодно можно навестись, он абсолютно статичен. Половина выносливости, сбрасываю. Персонажа немножко одышка. И все равно видно, что, ну... Не сильно ходит прицел, то есть... На все наводится, в принципе, прицел. То есть вот я... Ну, не то, чтобы я совсем уж далеко от базы, но вот до той вышки далековато уже. Я думаю, наверное, метров 200 это будет. Вот как-то так. Всем спасибо за внимание.